Из практических соображений нам, конечно же, очень важно сейчас будет обсудить некоторые особые внешние формы выражения предания. Потому как в повседневной жизни вот это вот кафолическое ощущение истины, которое там потом, спустя многое время, когда все это будет принято, всей церкви, осознанно и так далее, это что-то чрезвычайно редко используемое, очень специфичное, а так человеку нужно руководство, практическое руководство, ему нужно что-то услышать, что-то просто читать, как-то поступить, и в этом отношении Православные не отличаются от многих других, они также читают священное писание, читают другие тексты и руководствуются всем этим. И вот об этих описаниях, о других текстах мы с вами будем говорить, об их значимости, об их использовании в православной церкви. И первая тема у нас вот, ⁇ писание как выражение предания. Но прежде чем мы заговорим, собственно, о самом Писании, нужно все-таки осознать, какое место оно занимает в общей системе. Чтобы нам легче это было сделать, прочитаем Иоанна Златоуста. Он пишет следующее. «По-настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писаний, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила благодать Духа. И чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уже хотя бы вторым путем. А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. Но так как с течением времени одни уклонились от истинного учения, Другие от чистоты жизни и нравственности, то явилась опять нужда в наставлении письменном. Если достойно укоризны уже и то, что мы нуждаемся в Писании и не привлекаем к себе благодати Духа, то какова, подумай, будет наша вина? если мы не захотим воспользоваться и этим пособием, а будем презирать Писание как излишнее и ненужное, и таким образом навлекать на себя еще большее наказание. Я попробую повторить основные тезисы Златоуста. Первое, он говорит, в идеале Писание не нужно. Если бы человек мог быть достаточно благочестивым, Достаточно было бы благодати Святого Духа для руководства в жизни. То, что нам нужно Писание это в каком-то смысле позор для нас, мы недостаточно благочестивы, раз нуждаемся в таком письменном руководстве. Но раз уж мы нуждаемся в письменном руководстве, раз уж Бог в ответ на этот позор даровал нам Священное Писание, еще больше будет позор, если мы им не воспользуемся. Обратите внимание, э, 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 вот это важно, Иоанн Златоуст, это э, э, древний отец церкви, но уже очень православные рассуждения э, в данном случае. В общем-то, первично все-таки благодать Святого Духа, действующая в сердце. Э, первично вот это вот то, что Лоски называет вертикальным преданием или преданием с большой буквы. И этим бы можно было руководствоваться, если бы была достаточная чистота, и вообще говоря, чем чище человек, тем в большей степени он в себе выражает вот эту калвальическую э, полноту, но так как полной полноты нет, то нужно писание, и раз нужно писание, то нужно им пользоваться. И из современных авторов, ну, сравнительно современных, Иларион Троицкий так комментирует слова Иоанна Златоуста. Писание – это уже второе врачевство. Очевидно, религиозная жизнь может существовать и помимо священного писания, и без священного писания, которое является лишь одним из этой жизни. Жизнь спасающейся, жизнь спасающейся души питается божественным духом, который в церкви. Так что просто тоже, вот, чтобы мы как-то соразмерили все это, Писание ⁇ второе врачество, Писание ⁇ дополнительное средство, и Писание ⁇ может быть даже не обязательное средство, но все-таки это средство есть, и это средство используется. Так вот, как же используется Писание в православной церкви? Но прежде всего писание для православных ⁇ это центральная часть вот этих преданий с маленькой буквы, центральная часть а, таких горизонтальных преданий. И многие православные авторы даже отмечают, что какие-то другие предания, другие элементы церковной жизни нужно проверять, сравнивая со священным писанием. Писание активно используется в православном богословии, писание активно используется в литургии и в православной церкви. За год практически вся Библия прочитывается во время служений. Но если регулярно служения идут, то на каждом служении читается какой-то фрагмент из Библии, и большая часть Библии прочитывается за год. Правда, книга Откровения не вошла в это чтение. Она на Востоке достаточно поздно была принята в канон, практически в 8 веке, когда уже практически все литургические чтения сформировались. Но, тем не менее, многое читается, и даже если православный человек не ходит на службы, в идеале он должен дома читать соответствующие для этому дню порции Писания. И таким образом, в идеале православный человек вот за год практически прочитывает всю Библию. И вот так вот как баптисты регулярно читают Писание, так и православные потенциально регулярно читают Писание. Ну, хотя на практике и у баптистов, и у православных по-разному очень бывает. Да? Вот. Так что писание э, по своему месту, занимаемому в жизни, достаточно важный элемент э, для православных, но мы должны понимать, это вполне очевидно, что мало читать писание. Ну, прочитал, и прочитал, важно как ты истолкуешь писание. Важно разобраться с герменевтикой. важно разобраться с методикой толкования писания. Когда говорят о герменевтике, о методах толкования и Писания, практически всегда вспоминают две, две древние школы толкования Библии. Первая, так называемая Александрийская школа толкования, которая использовала аллегорический метод толкования Писания, которая в каждом элементе Писания видела какие-то аллегории, какие-то разные уровни смысла, много уровней смысла. Классический пример Александрийской школы толкования и писания – это Ориген, который говорил, указывая на текст, помните, из Евангелия Таана, когда Иисус превратил воду в вино, там стояли водоносы, вмещавшие по две или три меры воды. Так вот, он, исходя из этого текста, делал вывод, что каждый текст Писания имеет два или три смысла. Вот. Ну и может быть, как пример просто аллегорического истолкования, если вспомните притчу о добром самарянине, да, то вот самарянин попался разбойником и так далее. Понятно, что самарянин человек, да, попался бесами, пришел Иисус, отвел его в церковь там, ну и так далее. И каждая, каждая деталь этой истории истолковывается, у нее появляется какой-то духовный смысл, не про, причем не то обязательно только у притч, но и любого текста два или три уровня значения. Это Александрийская школа толкования и Писания, кстати, большое влияние оказавшая на Западную церковь, на католическую церковь, и четыре уровня смысла Писания в средневековом католическом богословии просто были обязательной нормой. Была другая школа толкования и Писания — антиохийская. Антиохийская школа с большим интересом к Историческому, грамматическому значению писания, к первоначальному смыслу, к авторскому замыслу. Это не значит, что антиохийская школа только авторский замысел искала, а антиохийская школа была против аллегории, но антиохийская школа чрезвычайно сильно интересовалась типологией. Типология – это когда какие-то ветхозаветные явления, реалии, события являются прототипом, ну, например, новозаветных реалий и событий. Некоторые типологии описаны прямо в самом Священном Писании, но в каком-то смысле можно, например, говорить о бадами как о прототипе Иисуса Христа, помните, 5 глава послания к римлянам и так далее. Некоторые типологии не описаны в Священном Писании, но многие, например, пытаются утверждать, что Иосиф был прототипом Иисуса Христа в виде каких-то параллелей в биографии того и другого. Так вот, поиск таких типологий очень был типичен для антиохийской школы. И вот здесь интересный вопрос. Наследницей какой именно школы считает себя православная церковь? православные считают себя, кстати, как и протестанты, наследницей не Александрийской школы с их аллегорией, а Антиохийской школой с их типологией. Может быть, не столько с их а интересом к буквальному смыслу, сколько с их интересом к типологическому смыслу священного писания. Православная церковь в своем толковании особо подчеркивает некое единство Ветхого и Нового Завета и особо подчеркивает вот такую вот типологическую значимость многих явлений в Ветхом Завете. Правда, типологии они находят совсем не всегда такие, которые бы нашли в Ветхом Завете протестанты, но просто чтобы мы так прочувствовали, представили какие-то православные типологии, во-первых, вот жезл Аронов «Рассветший», помните, да? Вот прототип чего? Марии. Ну или вот «Неопалимая купина», да, вот, кус горящий, который встретил Моисей. Или, может быть, и даже еще более изощренное толкование. Помните, в последних главах пророка Иезекииля описание там храма, описание Иерусалима. И в частности, упоминаются ворота, которыми пройдет царь, и никто больше ими не пройдет. Ну, понятно, что это может быть в историческом плане, мы можем порассуждать. Но каков типологический смысл этого текста? Все очень просто. У Марии будет всего один сын. То есть у Марии, кроме Иисуса, других детей не было. Это забавно, но не, не, не только для православных такое толкование типичное. Например, Цвингли точно так же толковал этот текст. Так что идея достаточно широко распространена, но тем не менее, вот православные в своих толкованиях часто находят прототипы, новозаветных событий, церковных реалий, Марии, очень много посвящено Марии в типологических толкованиях Ветхого Завета в православии. И когда речь заходит о типологии, когда речь заходит о каком поиске какого-то значения в тексте, которое не является историко-грамматическим значением, то всегда возникает важный практический вопрос. Как определить верно или неверно найдена типология. Но это часть более широкого вопроса, вообще толкования Священного Писания. При любом отклонении от буквального, или точнее вот такого историко-грамматического истолкования, то есть если я допускаю типологию, если я допускаю аллегорию, если я допускаю какие-то разные смыслы, разные уровни смысла, то вот когда я нашел вот эти новые дополнительные уровни смысла, как определить, что это смысл правильный, а не еретический, не тот, которого не должно быть. И разные конфессии по-разному решают эту проблему. Например, можно вспомнить католиков, у которых, в общем-то, есть авторитет иерархии. И то, что иерархии, особенно Папа Римский, считают истинным, то так, в общем-то, и должно быть, вплоть до того, что Папа Римский имеет право экс-кафедра, то есть официально заявить какую-то точку зрения как от Бога и обязательно для, для, уверования всеми католиками. В других конфессиях создаются какие-то другие структуры, ну, например, взять любителей таких небуквальных толкований, каких-нибудь адвентистов, да, так вот у них есть труды Елены Уайт, которые позволяют отфильтровывать там различные значения. И, переходя к православию, что в православии должно служить критерием, разграничивающим правильное и неправильное толкование, где методика выявления правильной типологии. Ну, прежде всего, немного теории, православной теории истолкования Библии. Теория истолкования Библии заключается в том, что как написание Библии, так и толкование Библии – это синергия, это совместное действие Бога и человека. И для написания, для толкования нужна так называемая теория видения э, истины. Так вот эта вот теория, вот эта возможность видеть истину, она приходит к человеку вместе со святостью. Чем более свят человек, тем в большей степени он способен различать истину, в том числе истину и через текст священного Писания. Чем больше более свят человек, если мы воспользуемся сейчас чуть-чуть другим языком, тем в большей степени в нем проявляется вот кафолическая полнота церкви, и в меньшей степени проявляются его индивидуальные проблемы. То есть человек с возрастанием святости, отказывается вот от таких вот индивидуальностей для того, чтобы вместить в себя кафолическую церковную полноту и тем самым становится способным увидеть истину. Поэтому православная методика толкования чрезвычайно проста. Тебе нужно стать святым, и ты все поймешь. А пока ты не стал святым, в общем-то ты читаешь Библию, но что бы там тебе не виделось и что бы там тебе не казалось, ну да, ты можешь где-то поговорить там об историко-грамматическом смысле, о каком-то научном смысле, но если речь заходит о подлинном значении, что бы там тебе не казалось, если ты не святой, у тебя нет никакой уверенности в том, что ты понимаешь правильно. Поэтому православный должен, ну обычный православный, если он достаточно скромный, православный должен... Не столько толковать Библию, сколько читать Библию через призму толкований, данных святыми отцами. То есть всякое свое понимание Библии нужно соразмерять с тем, что сказали отцы по этому поводу. Потому что они были святыми, им было дано вот это вот озарение, должно было видение, и они в этом видении дали правильное понимание. Теперь ты читаешь, смотришь на то, что сказали по этому поводу отцы. Ну да, и вот таким вот образом понимаешь Священное Писание. Так что герминевтика православная, подход православный к толкованию Библии, он такой исключительно святоотеческий. Толкование это всегда такое внутрицерковное дело, оно совершается в церковной среде, оно совершается на пользу церкви. И церковь проверяет подлинность толкования. Конечно, никто не запрещает тебе там, сказать что-то свое описание, если на эту тему не говорили отцы. Если отцы сказали, то все, тут уже ничего не поделаешь. Ну, вот какая-то вот нераскрытая вдруг отцами тема. А, ну, ты чувствуешь святость да, не чувствуешь. Святость нельзя почувствовать, святые они плачут о своем состоянии, но все равно, ну вот ты проявил дерзновение и что-то сказал еще не раскрытой теме, Правду ты сказал или неправду сказал, ты, наверное, никогда не выяснишь, но потом, на протяжении истории церкви, если твоя точка зрения останется, если она окажется принятой церковью, ну да, наверное, оказалась правильной. Если церковь отвергнет, в конце концов, твою идею, ну, значит, ты был неправ. Вот это вот критерий полноты о церкви он в любом случае сработает, но таких вопросов, которые там серьезно отцами не были обсуждены, ну не так уж и много, да, это может быть что-то там периферийное, а так Библия читается да, через отцов. Отцы церкви очень много написали. Если, например, говорить о Минговском издании отцов церкви, ну, правда, и других древних авторов, то у него... 200 с чем-то томов латинских отцов церкви, 160 томов, с лишним томов греческих отцов церкви. Есть еще отдельное издание, не его, правда, 50 томов сирийских отцов церкви. Поэтому отцы церкви это такая огромнейшая библиотека. Я не знаю, читал ли кто-то это все, наверное... Никто всего этого не читал и на практике ограничиваются немногими избранными отцами. Мы про это потом поподробнее немного поговорим. Но в любом случае сам подход к писанию которая авторитетно, которая признается там определенным, каноном, да внутри каноны, там иногда э, говорят какие внутри предания, точнее каким-то э, постоянно используемым в литургии, в жизни православного человека элементом. Так вот при всем этом отношении э, к Писанию на самом деле э, Православные очень редко делают выводы какие-то из Писания. Все равно доминирующим является не Писание, а отцы. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com И еще один момент, который нам нужно обсудить в отношении герменевтики. теперь уже отцов, которые все-таки толковали и все-таки приходили к каким-то выводам. Если отцы толковали типологически, если отцы предлагали какое-то небуквальное прочтение библейского текста, у них-то предыдущих отцов не было, им приходилось действовать на свой страх и риск, и вот они много предложили таких вот идей вопрос возникает вполне закономерной достоверности всех этих выводов. Потому что если текст истолкован не буквально, если текст там силовомволический, аллигорический, типологический истолкован, то как мы вообще можем проверить справедливость такого толкования? Просто как иллюстрация историческая. В IV веке в церкви была чрезвычайно такая острая, жаркая полемика по поводу Иисуса Христа. Можем мы, мы или не можем сказать, что он единосущен отцу? Ну, известнейший спор и первый Вселенский собор 325 года был как раз посвящен этому вопросу. Именно на соборе появился вот этот термин, что сын единосущен отцу. Так вот, когда был спор между Арианами и всеми остальными, Арий считал там, сына первым из божьих творений, ну, насколько мы знаем по словам его врагов, конечно. Так вот, если говорить о споре Ариан и ортодоксальной церкви, то какие аргументы они использовали, из Писания какие аргументы они использовали. Если вы не знакомы с самим этим спором, вы, скорее всего, предложите совсем другие стихи для обсуждения, а не те, которыми они пользовались. Самым обсуждаемым текстом была книга Притч. Самым обсуждаемым текстом был текст о премудрости. Потому что и ариане, и противники ариан считали, что премудрость ⁇ это Христос. И поэтому они все анализировали этот текст, и все из этого текста пытались сделать какие-то выводы. Вообще говоря, ну, такое естественное прочтение книги Притч не приводит нас к мысли, что премудрость это Христос, и не приводит нас к мысли, что это хорошее основание для полемики. Но тем не менее, выводы они делали. И тем не менее, сделанные ими выводы привели к формулировке э, утверждения, что сын единосущен отцу. И мы согласны с этим выводом и пользуемся этим выводом до сегодня. Вопрос. Очень интересный вопрос, кстати. Ну, просто вот для осмысления истории церкви в том числе, можно ли неправильными способами приходить к правильным выводам? Похоже, что да, можно. Почему получается неправильными способами приходить к правильным выводам? Ну, православные бы ответили, ну, церковь обладает кафоличностью. да. Тут что не делай, все равно к истине придешь, да. А, что мы можем, как протестанты, сказать в этом отношении? А, важно понять, что... Церковь, где, может быть, если не говорить о кафоличности, церковь как была образована? Церковь основана на Слове Божьем. Церковь основана на апостольской проповеди. Церковь хранила, изначально хранила апостольское учение, которое было зафиксировано в Священном Писании. Но когда был этот спор, церковь еще не слишком далеко ушла от апостолов у них еще было ясное апостольское осознание в отношении того, как нужно поклоняться Христу. И на самом деле, да, когда речь шла о библейских спорах, то спорили, конечно, о книге притч, но главный аргумент для них был, это то, что мы молимся Христу, это то, что мы поклоняемся Христу, это то, что крестим во имя Иисуса Христа. Поэтому в те времена, когда просто апостолы были близки, и апостольская практика в жизни церкви еще никуда не исчезла, в те времена легко было делать выводы, потому что ответ был известен. Просто подгоняли под ответ, может быть, но ответ был уже известен. И вот в этой ситуации известного ответа во многом развивалась вот такая вот первоначальная святоотеческая герменевтика. Но времена меняются, и с тех пор очень много всего напридумано в церкви, много наслоилось, много проблем, много эпох сменилось, много идей, конфессий и всего остального накопилось в жизни. И сейчас, когда мы приступаем к священному писанию, уже такой шум от всего, что ответ заранее неизвестен. Нам действительно нужно анализировать и делать выводы об историко-грамматическом смысле текста. И протестанты это и пытаются делать. А православные с их особой подчеркнутой традиционностью, они так и остались в герменевтическом отношении на уровне первых отцов церкви. И тогда все это срабатывало. Но сейчас реальная попытка действовать такими же методами, если ответ неизвестен, она просто ни к чему конструктивному не приведет. Поэтому они все время и читают писание через призму отцов, через призму готового ответа, потому что нет методологии получения ответа без вот этой вот святоотеческой призмы. Я понимаю, что это так, я утрированно и обобщенно сказала. Понятно, что в православии есть люди, занимающиеся германетикой, экзегетикой, способные историко-грамматически толковать писание, но это редко, это в меньшинстве. Зайдите в любой православный книжный магазин, куча книг по тому, как вести себя в храме, по истории церкви, даже по религиозной философии, огромное количество святоотеческой литературы. Попробуйте найти современное толкование Библии православное. Не во всяком магазине вообще найдете. Но ну, найдете там один-два, и то оно окажется несовременное, все равно пересказ отцов. И вот здесь вот, да, серьезное герменевтическое отличие православных и протестантов. Метод, хорошо срабатывавший в первые века, больше не работает, и поэтому теперь не столько толкования, сколько воспоминания. У нас метод другой, и все еще работает, я надеюсь, и в наше время. Ну вот о, собственно, писании и пока все. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.